Экшн-камера опять переселилась. Вот так теперь выглядит эта сумасшедшая конструкция. Попробуем, конечно, взлететь с этой штукой. Надеюсь, не обломается. Кстати, вот эта втулочка с гаей, с этой, с резьбой, с дюймовой, куда привинчивается, сегодня уже открутилась. Оказывается, она у китайцев просто приклеена чуть-чуть. Я когда гайку отвинчивал с этим, с термоклеем, втулка провернулась. Хорошо, что не в полете, а то бы и камера потерялась. Так что контролируйте этот процесс, если купите такую удочку. Пока прогревается аппарат, можно побродить вокруг, порассматривать, не отвалилось ли что-нибудь интересное. О, ветерок. Кому жарко, приезжайте, охлажу. Да, тихий ужас. Нет, это, конечно, нереально. Это, конечно, нереально. Надо уменьшать амплитуду. Короче, снял эту удочку переднюю, невозможно с ней, трясется, даже на разбеге взлететь не смог. Нашел у себя в хламе вот такую трубку, она, конечно, тоже тихонько трепыхается немножко,
Но я думаю, что в полете она не будет болтаться. Вот эта ножка, конечно, тут. Надо будет здесь уголочек какой-нибудь лучше сделать. Ну, а пока так. 2,7К разрешение. Готовьте свои процессоры к высококачественному видео.